Строительство школы в микрорайоне Покровский власти остановили. И 1 сентября она теперь уже точно не откроется. Около 500 детей пойдут в другие учебные заведения, их будут возить на автобусах, заявили нам сегодня в департаменте градостроительства. Напомню, на прошлой неделе новости Прима рассказали, что объектом заинтересовался прокурор города. Он опротестовал решение горсовета выделить дополнительные 300 миллионов рублей, которые запросил подрядчик, компания «Сибиряк», якобы на доделки. Строители назвали проект сырым, заявив, что все, мол, сами переделали. Насколько претензии «Сибиряка» обоснованы, сейчас разбирается заказчик. У меня есть очень серьезная уверенность, что до Нового года школа в полном объеме должна будет вести в эксплуатацию. Сказать, что это блестящий проект, ну, мне язык, конечно, не повернется. Хотя школа, в том варианте, в котором она сейчас уже смотрится, это ну, тоже она индивидуальная получилась. По словам руководителя департамента, шансы получить деньги на доп. Работы у подрядчика все же есть, через суд. Но, заверяет чиновник, не 300 миллионов, а гораздо меньше. По мнению Зуевского, цена школы по итогу вряд ли перевалит за 900 миллионов. А мы связались с проектировщиками. Это красноярская фирма «Стройсервис», напомню. Так вот, директор Ирина Карташова уверяет, половина замечаний «Сибиряка» чисто оформительская, да и остальное не должно удорожать проект. Вот что она сказала нам по телефону. На каком основании «Сибиряк» составляет какой-либо проект? Корректировку проектной документации может только моя организация производить. Мне такого задания не было выдано ни УКСом, ни кем-либо другим. Эта ситуация старается к НИР. Те подрядчики, которые хотят завысить стоимость проекта, поступают именно таким образом. Как еще им завысить, кроме того, чтобы сказать, что проектировщики что-то недоработали? Кстати, и город, и край давно ведь настаивают на типовых проектах школ и детсадов, ведь это ведет к явному удешевлению проектов. Но вот закон о конкурсной основе, по которому они обязаны отдельно отторговывать и проектирование, и стройку, да и демпинг участников торгов, в итоге не позволяют строить более дешевые типовые соцучреждения.